Реализацию проекта «Мурманский СПГ» на территории Заполярья обсудили во время совещания в Кремле, которое провел Владимир Путин. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что главная задача нефтегазовой отрасли всего отечественного ТЭКа – это обеспечение именно собственных нужд нашей страны, интересов своей экономики, всех российских потребителей, как предпринимателей, бизнеса, так и граждан, включая продолжение важнейшей программы газификации страны, поддержание баланса между рентабельностью добычи, переработки, розничной торговли и доступностью соответствующих продуктов и услуг для промышленности и населения, недопущение серьезных ценовых скачков. Эти задачи нужно постоянно держать на контроле и решать в диалоге с деловым сообществом. Как сообщает РБК, в мае этого года стало известно, что «Новатэк» прорабатывает возможность строительства Мурманского СПГ, проект, реализация которого начнется в будущем году, предполагают завершить к 2029 году. СПГ-проект включает три линии мощностью почти 7 миллионов тонн каждая. Первые две могут запустить к концу 2027 года.